Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня во время просмотра премьеры про симулятор сервера, в котором, кстати, тоже можно получить лимитку, крутой шлем, меня подписчики просили рассказать, как получить котов, потому что, говорят, сложно, непонятно. Давай расскажи подробнее, как это делать. Ну что, давайте, ребят, зашел в Place, пытаюсь сейчас тоже разобраться, что здесь нужно делать. Пока что начался туториал, то есть тренировка нам рассказывает в целом, что нужно сделать в этой игре, как тут чего куда нажимать, и, соответственно, нужно просто скипать все это, везде нажать ОК, и, соответственно, потом мы уже перейдем непосредственно к заданию и должны будем, я так понимаю, его выполнить. Ну что ж, окей, хорошо. Так, вам все рассказывается про то, что вы тут можете ставить. Слева, я так понимаю, что у вас есть команды. Это типа как построить алгоритм. Кстати, на русском или украинском нету. Только на английском. Ладно, тогда окей, все скипаем. У нас, короче, есть стрелочки направления. У нас есть томп еще. И есть еще power up. И тест. Нажимаем окей. Ага. Смотрите, ребят, после того, как мы нажали тест, еще есть возможность прокрутки. То есть мы можем посмотреть каждый шаг, куда прыгает кот. Ну, это правильно. Так, ставим именно на третий или второй. Какой-то там шаг надо было именно поставить. Теперь play. Ну, в общем, ребята, выполняйте все те же действия, что я, для того, чтобы закончился туториал. Круто. Короче, мы можем поэтапно посмотреть, как кот прыгал, если у нас что-то не получается, перестроить ему маршрут, чтобы он был удачный. Задание, я так понимаю, достигнуть кота его логова. Ну все, мы закончили, собственно, тренировку, получили бейдж и сейчас отправляемся получать трех котов. Вот у нас три котика, я так понимаю, если мы их заведем вот в эти вот их домики, то получим, соответственно, эти все скины. Опача, смотрите, один кот убил другого кота. Теперь у нас остался вместо красного синий кот. Или голубой. Ясно, понятно. Ну что ж, ребята, 15 минут сверху, я вижу, таймер запускается. И за эти 15 минут мы должны как бы сделать ему путь. Давайте с чего мы начнем, ребята. Нажимаем на домиках. Давайте, даже не так, вот на стрелочки. И поснимаем все стрелочки, которые у нас уже стоят. Ну, можете оставить нужные, в принципе, я смотрю, что... Ну ладно, давайте все поснимаем. Вот, для того, чтобы не путаться, где вы ставили, вот это все убираем. Убираем. Вот. И теперь, ребята, нам нужно расставить для каждого кота его маршрут к его, соответственно, шапочке. И таким образом мы получим бейджи. Как это делать, пока непонятно, потому что я вот не знаю, тут переставляются дома или как это работает. Вон какие-то шипы. Если дома, то давайте тогда поставим снизу на домик направление, куда его сдвинуть. На шипы, к примеру, сдвинем. Вот там, я смотрю, яма какая-то, чтобы туда не упали наши коты. Ну, я себе так представляю. Давайте все это сделаем, посмотрим, потестим и увидим, правильно ли я что-то так расставил. Так, вот вниз можно его опустить, домик, к примеру, чтобы кот прошел. Или он будет прыгать по крышам. А этот куда будет прыгать? Он, в принципе, на дом потом... Ну, короче, ребят, не ясно. Этот пока мне вопросик, как это все двигать, куда двигать. Окей. Attached command. То есть две команды. А, видите, можно на нижнюю секцию команду, можно наверх, короче, можно на низ ставить. Мне дается $190 всего лишь для того, чтобы поставить нужные команды. Давайте как-то вот так вот. Этот уедет направо, эти вниз, и котик там пройдет. Ну, как-то так, наверное. Я не знаю, ребят. Сейчас будем пробовать. Так, и что у нас еще есть? У нас есть какой-то стомп. За $20. Что он делает, интересно? Давайте тоже посмотрим. Стомп сюда, стомп сюда. Вот. Окей. Тест. Тест-план. Запускаем. И, ребят, я получил бейдж! Я не знаю, за что, но мне дали бейдж. Кинг какой-то там. Я, короче, стал королем. Давайте смотреть, как это все происходило. Итак, перематываем. Первый шаг. И прыгает. Так. Ага. Я понял. Вот так вот.
Короче, ребята, зеленый уничтожил дом, на котором прыгнул, то есть он два раза на нем прыгнул. Если, короче, они прыгают один раз, то сносится, получается, видите, один этаж на домике. Если, соответственно, еще раз, то дом полностью сносится. И на сам дом вы ставите направление не куда дом будет переезжать, а куда должен прыгать кот. То есть вот эти стрелочки, ребята, это у нас направление движения кота, а не дома. Все, теперь, в принципе, понятно. Вы показываете ему, куда идти, он туда идет. На вот этих вот, видите, там, где деревья у нас типа парка, у нас есть шипы, у нас есть вон еще какая-то ерунда. На них вы, короче, не можете поставить направление, поэтому... Ну, будем надеяться, что кот поймет, что ему туда прыгать. Вот видите, если стрелочка... Ну да, все понятно. Окей, ребята, давайте я немножко расставлю сейчас стрелочки по-другому. В первую очередь я попробую довести зеленого кота до его берлоги. И, соответственно, буду делать это стрелочками. Вот так, подождите. Подождите. Ну, давайте попробуем. Вот я вроде тут поставил плюс-минус. Нет? Так, прыгает зеленый, прыгает, прыгает. Потом наверх поднялся. А, и смотрите, я неправильно его поставил. Ему надо было, видите, на верхнюю стрелочку поменять, чтобы он пошел в зеленый. Все, понял. Короче, видите, у меня тут направо было указатель, он направо и пошел. А надо было вверх, для того, чтобы он пошел в зеленую. Вот, смотрите, вот все, теперь должно работать. Он по верхней будет ориентироваться и пойдет, по идее, в зеленую. Все? Мне кажется, все должно работать. Пробуем. Бейдж получит, ребята, все правильно мы с вами сделали, зеленый котик уже в своем логове, это значит, что я получил зеленого кота абсолютно бесплатно. Смотрим, как он это делал, прыгал, 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 прыгал и направо повернул, все, как мы ему показали. Замечательно, теперь давайте, ребята, проведем как-то синего кота в его синее логово. Давайте строить ему маршрут. Так, что случилось? Синий кот пропал, ребят, его убили, смотрите. Они врезались, видите, вот здесь вот. И все пропало. Надо где-то, короче, какого-то кота одного задержать. Или синего, или зеленого. Ну, то есть, чтобы один ход они где-то протупили, скажем так. Где-то простояли. Ну, ладно. Я думаю, можно сделать это с этим стампом. То есть, где-то они прыгнут... на один раз больше, и, соответственно, вот этот стомп можно поставить сюда, чтобы он на один ход притормозился. Да, ребята, получилось, получилось. Смотрите, я уже прям начал ориентироваться в этой игре. Смотрите, что произошло. Он просто два раза прыгнул на одном месте, видите, он, правда, уничтожил полностью дом. Вот, смотрите. Но, по крайней мере, он прошел чуть-чуть позже, чем зеленый кот, и, соответственно, все получилось. Так, кстати, вот эти штучки я не знаю, что делать, поэтому можно их поубирать. Отлично. Теперь давайте разберемся с красным котом. Давайте отправим его вниз, стрелочку, допустим, да? Потом сюда куда-то пусть идет, и вот куда-то туда. Так, так, ну, что там, тест? Опача. Так, что произошло? Давайте смотреть. Смотреть, куда, чего и как все происходило. Угу. Так, сюда не вариант получается, да? Сюда не вариант. Значит, сюда пойдет. Давайте смотрим наверх, если он пойдет, что у нас будет. Тогда и стрелочку. Все, смотрим. Прыгает, прыгает. Ага. Так, смотрите, ребят. Мы можем, в принципе, я знаю, что сделать. Мы можем стемп этот, который разрушает у меня дом, перенести на какой-то другой. И тогда красному я там смогу поставить направление движения. Ну, допустим, вот это он пусть сломает, чтобы немножко замедлиться. А вот сюда я поставлю стрелочку и отправлю туда, по этой стрелочке сюда пусть идет. А потом... Не, вниз пусть идет сюда. Смотрите, смотрите, теперь он пойдет... Вот сюда, вот по нижнему домику ставим, потому что верхние этажи будут разрушены. И теперь... Да, получилось! Не может быть, ребята! Смотрите, с первого раза все вышло. Давайте смотреть, что сейчас произошло. Каким образом я смог его туда загнать. Обалдеть, ребят! Я не верю. Я не верю, что у меня так все получилось легко. Смотрим. Вверх я, видите, показал направление. Следующий шаг. Они прыгают.
Так, теперь синий там прыгнет еще раз на этом домике. Вот видите, он его сломал. Так, красный прыгает вниз. И теперь по стрелочкам они, видите, друг за дружечкой мирно пробежали в свои логово. Ну что, ребята, вот таким образом делаете конструктор, алгоритм и получаете бесплатно трех котов. Смотрите, ребята, только какой-то прикол, я не знаю почему, но голову кота мне не дали. И хвост почему-то тоже не отображается. Сейчас я вам это продемонстрирую. Причем самое интересное, что когда вы заходите на голову, то видите item owned. То есть мне написано, что я ее получил. Но почему-то у меня ее нету в инвентаре. Может, это из-за того, что сейчас же отменили бесплатные головы. Они за 75 робоксов должны. И, соответственно, вот так вот я выгляжу. Непонятно еще, где мой хвост. Видите, типа он у меня одет, но его как-то нету. Странный хвост какой-то. В общем, ребята, вот такой забавный котик у меня получился теперь. Если, ребят, хотите забрать эти вещи, пожалуйста, забирайте, пока ивент еще не закончился. Подписываемся, кто этого не сделал, ставьте лайк под видео и до новой встречи. Всем пока!